Добрый день, уважаемые розоводы, розолюбы, вы на канале у Тамары. Сегодня 15 июня 2023 года. Вот хочу показать вам свои розы, которые уже в полном распуске. Скоро уже начнут отцветать. Стою розы Розариум Ютерсен. Вот такая у меня роза. Солнце светит, но боюсь, что не успею. И они начнут осыпаться. Розариум Ютерсен, высота 1 метр. Заявлено, что она плетистая, но высокой она у меня никогда не бывает. Хотя я обрезаю и коротко по весне, ну, может и не очень коротко. Вот еще соцветие какое еще раскроется. А так она уже вот в полном распуске. Был дождь, но она, я смотрю, не особо отреагировала. Этот цветочек, наверное, уже он просто отцветает. Вот он, белесый. Розариум Ютерсен. Ну, а эта роза моя Аспирин. Очень огромная роза. Шириной 2 метра. Вот такая. Высота 1,20 м. Вот такая роза Аспирин. Это ширина в одну сторону. И вот отсюда Аспирин, и здесь, наверное, ну да, 2 на 2, ширина в одну сторону и в другую по 2 метра, высота 1,20 м. Вот такой огромный, хочу показать издалека, вот такой огромный, это один куст аспирина. Это первое цветение его в этом году, ему 4 года. В прошлом году было 3, в этом 4 года. Вот такой уже вот много цветов распустилось. Вот такой аспирин. Так что, кому нравятся белые розы, ну вот, рекомендую. Он очень устойчив к болезням, к морозу. Вот я его накрывала так, сверху. Сверху слегка, можно сказать, материалом, в общем, даже не лутросилом. У меня нет лутросила, я не накрываю. Вот устойчив к болезням, к морозу. Вот лепестки на солнце не оплавляются. Вот, но когда прохладно, немножко розовеют. Вот был дождь, и даже на нем нет. Вот есть крапки, небольшие розовые крапки, и все, и то не везде. Дождь был 3 дня назад, но не сильный дождь был. Вот такая роза Аспирин. На заднем плане роза Симпати, а это роза Аспирин. Еще вот издалека покажу. Вот такая роза. Да, я ее подвязала, потому что уж очень много цветов. Вот подвязка у меня есть. Много цветов, подул ветер перед дождем. Да и на дожде может развалиться, потому что роза уже высокая и много цветов. Соцветия, вот смотрите, сколько на одном соцветии цветов. Ну, вроде все сказала об этой розе. И хочу показать еще вам вот эту розу, про которую я говорила. Amazing Grace. Вот как она повела себя под дождем. Вот она уже не раскрылась. Вот, окуклилась. Так что роза очень красивая, но для сухой погоды. Ну вот и все. Всего вам доброго.